В сегодняшнем видео хочу показать посылку с Армении. Итак, давайте начнем. Получила вот в посылке был вот такой чехол. У меня телефон Samsung Galaxy G7. Флаг Армении и герб Армении. Вот. Чехол качественный. Все супер. Классно, мне очень-очень понравился. Такой на ощупь мягкий, такой не пластмасса, а силиконовая. Классно. Такой кошелечек. Тоже армянский стиль. Классно. Вот такой еще. Мне очень нравится этот рисунок. Супер. Ой, какая прелесть. Свечки, роза и сердечко. Приятно пахнет. Класс. Вот такой браслет. Армения написано. Классно. Супер. Класс. Не была я в Армении уже 24 года. Так, тут были магниты. Супер. Очень красиво сделано. Такой еще магнит. Вот такой магнит. Вот такой тут армянский коньяк. Класс. Вот эта штучка деревянная. Вот такой магнит. Очень-очень красиво сделано. Супер. Вот такой еще магнитик сейчас достану с пакета. Вот такой. Это деревянный, здесь уже рисунок сделан красиво. И вот еще такой. Мне очень понравилось. Вот еще браслет такой. Супер. Цвета армянской флаги. Тут у меня брелок гранат, символ Армении. Ой, какая прелесть. Это деревянная ручная работа. Камера передает, какое-то чудо. Классно, спасибо большое. Так, смотрим дальше. Тут такая коробочка. Ой, смотрите, какая прелесть. Это повесить куда-то, даже веревочки сделаны под флаг Армении. Супер. Смотрите, какая красота. Гранат, виноград. Супер, очень-очень мне понравилось. Тоже ручная работа. И вот еще такой сувенир. Это армянский коньяк. Смотрите. Просто классно, ручная работа. Мне это очень-очень понравилось. Супер. И вот такое сердечко. Смотрите, какая прелесть. Металлическое. Класс. Была такая коробка конфет шоколадных.
посылки коробка порвалась немножко, но ничего страшного, конфеты не пострадали. Ассорти сухофруктов из Араратских долин. Конфеты очень вкусные. Смотрим. Все для творчества. Это Фамира. Фамира на 1 миллиметр. Классно. Цвет класс, мне вообще супер, мне очень понравилось. Амиран классный, будем делать розы. Был еще гофробумага. У нас во Франции, даже в Германии, такой гофробумаги нет. Классный вообще, смотрите, отличная бумага, вообще супер. Сейчас я покажу, какой у нас во Франции я покупала. Какой, смотрите, какой. Немножко подтянешь, он сразу порвется. Вообще, тонкий-тонкий. Смотрите, этот и этот вообще. Шикарная бумага, вообще супер. Так, вот еще у меня тут такой отрезок ткани. Это фатин такой. Классно, сердечками. Супер. И тут кружево. Тут белый, бордовый и такой нежно-голубой. Спасибо большое, кто старался, кто посылал. Всем спасибо. И такие стразы. Сейчас откроем. Вот такие вот. Клеевой основе такие стразики. И вот такая была у меня посылка. Как раз у меня день рождения послезавтра. Вот подарочек. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.